Уже вторая ярмарка детских товаров и услуг прошла в онлайн-формате. Благодаря ей предприниматели получают возможность рассказать о себе новым клиентам, а родители – приобрести их услуги со скидками до 70%. Таким необычным способом организаторы поддерживают местный малый и средний бизнес. При организации данного мероприятия мы задействуем, конечно же, большую команду профессиональных специалистов. И отрадно отметить, что идейными вдохновителями этого мероприятия и непосредственными реализаторами и исполнителями являются социальные предприниматели. И таких предпринимателей в этот раз оказалось более 70. Они работают в разных сферах, от дошкольного образования до производства одежды, но объединяет их любовь к детям. Именно поэтому платформа и помогает найти им новых клиентов. Участником мог стать каждый местный предприниматель из социальной сферы. Достаточно было лишь заполнить заявку на участие. Являясь предпринимателем, вы автоматически становитесь на эту платформу, и вас платформа рекламирует. Ваши новые услуги, если вы известный предприниматель или бренд. Если вы начинающий предприниматель, о вас узнает весь Алтайский край только благодаря тому, что Центр «Мой бизнес» с управлением по предпринимательству активно рекламирует саму платформу. И хотя день онлайн-трансляции уже завершился, сама ярмарка «Алтайский край. Территория детства» будет работать до 3 июня. А предпринимателям организаторы предлагают принять участие в новой акции – помочь детям из малообеспеченных семей попасть в интерактивный музей Белокурихи. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.